Добрый день, дорогие друзья! Сегодня с вами мы будем читать следующее стихотворение. «Два и три» называется оно. Пошел Сережа в первый класс. Сережка, не шути, читать умеет он у нас почти до 10. Не грех такому мудрецу задрать курносый нос. Вот как-то за столом отцу и задал он вопрос. Два пирожка тут. Папа, да? А хочешь, на паре, я доказать могу всегда, что их не два, а три. Считаем вместе. Вот один. А вот и два. Смотри. Один да два, закончил сын. Как раз и будет три. Вот молодец, сказал отец. И в самом деле три. И потому я два возьму. А третий ты бери. Вот такая интересная история. До следующей встречи. Пишите комментарии, что вы хотите еще услышать. И всего вам доброго. До свидания.